Это дом Грилы. Света нет. Наверное, она еще проверяет ловушки, но внутри могут быть другие звери. Нам надо спешить. Наверху есть другой вход, но надо придумать, как туда добраться. Путь наверх на той стороне, но мне туда не добраться. Не знаешь, как мне забраться наверх? А если использовать клетку? Погоди, сейчас я тебе помогу. Так зачем Гриле понадобились души зверей? Чтобы пожить их мгновение, познать солнце, бежать навстречу ветру. И никаких тревог. Было бы кого съесть и где поспать. А. Грилы еще нет. Ого, ее вещи просто огромные. А где волк? Я вижу дверь в подвал. Может, она держит животных внизу?
не похожи на обычные свечи. Они необычные. Не похожи на обычные свечи. Они необычные. Ключ уже в замке. Надо лишь повернуть. Локи. Эй, мы же знаем мое будущее. И в нем твоя бабушка меня не убивает. Все не так просто. Почти есть. Кажется, я слышу, как в глубине подвала кто-то дышит. Похоже, но голоса не слышу. Надо как-то вернуться туда. Ничего не чувствую, как и раньше. Она забрала душу. Тут уже ничего не сделать. Подержи. Что ты... У тебя случайно нет нелюбимого великана? Что? Неважно. Этот. Нет! Так нельзя! Твоя мама считала, что я пойму. Да, со временем. Я их тебе только что дала. Знаю. Но нельзя прятаться вечно. Так? И нельзя оставить ее умирать. Ты уверен? Нет.
Если честно, не знаю, что дальше. Ясно. Произнесем вместе. Векья. Векья. Она у нас хоть вышла? Я не знаю. Держи. Что, уже сдаешься? Ведь ты за них в ответе. Не сдаюсь. Нет. Просто пусть лучше будут у тебя. Локи, ты уверен? Зови меня Атрей. Ладно. Пойдем обратно. Вернемся к лестнице. Прости. Я лишь... Уходить надо тем же путем, что пришли. Нельзя, чтобы она узнала. Тогда лучше вернуть чашу на место, как было. Ничего себе! Это что, Ялла? Конечно. Это очень старый рисунок. Нам надо закрыть дверь. Сделаю. Помоги мне, она тяжелее, чем кажется. Прячься. Хватит скулить. Через миг ты об этом и не вспомнишь. Нет. Она же его убьет. Нет, потому что мы не позволим. Я долго была в стороне. Она не в себе. Вообще, ты должен быть благодарен. Какой вообще прок от души? Это лишь сосуд для боли. Я тебе почти завидую. Так, котел, без него ей не будет проку от души. Я ее отвлеку. Ты выпусти волка и разобьем котел. Уверена? Нет. Но вечно прятаться нельзя. Иди. Бабушка!
сказала! Сюда не возвращайся! Да, взгляни на меня! Я столько всего забыла, а ты не даешь себя забыть! Но это не должно быть так! Если Рагнарёк в самом деле близок, может лучше встретить его вместе? Что хорошего дала нам судьба? Твоей матери суждено было умереть юной! Твоему отцу суждено было умереть на этой дурёке! Я тебя не брошу! Ах ты ж! Ты еще и друга привела! Локи! Локи! Отпусти! Вон из моего дома! Сюда, за мной! Сюда! Правильно! Беги! Наверх! Так мы вернемся на кухню! Где вы? Ты точно хочешь вернуться? Говорила же, нам придется. Я вас слышу! Смотри, надо разбить вон тот котел. Сможешь добраться? Куда ты делась, а? Прячешься? Вот лучше бы и дальше пряталась и рисовала картинки. Не трогай его! Сам воитель Йотунов в моей скромной обители решил развлечься, пока отец не понял. Не смей говорить об отце! Соль! Будешь служить у Одина конюхом! Заткнись! Из него выйдет славный папка, а про старого ты и забудь! Заткнись! Соль! Оставь ты меня в покое, малявка! Больше не могу! Соль! Спринганди Крангор! Внучка! Это твой шанс! Скорее, к окну! Зачем ты вообще пришел? Нет! Уходи! Унди! Да какие вы великаны! Позорище! Вон там свеча! Может, так я смогу ее оглушить? Мне стыдно, что мы с тобой родня! Неправда! Уведи ее ближе к свече! Спрягайся, Клянгор! Я не отдам вам свой котел! Ее оглушило! Вам его не разрушить! На полу оставаться нельзя. Стреляй в заряды! Это разобьет ее магию! Yeah!
Мерзавка, за что ты так на меня взъелась? Я тебя не обижала! Прекрати воровать души! Это просто животные! Ты его оглушила! Что я вам сделала? Мы можем ее оглушить! Скажи, как будешь готов, и я брошу рунный камень в свечу! Если она будет рядом, ее должно оглушить! Я вас слышу! Ты ее оглушила! Это все, что у меня есть! Что я вам сделала? Чтобы я бросила тебя волкам, сразу как вытащила из утробы матери! Уходи! Я же... Уходи! Нет. Пойдем. Думаешь, ты чего-то этим добилась, внучка? Ты... Ничтожество! И никто тебя никогда не вспомнит! Даже Локи! Ты будешь забытой главой его истории! А он будет лишь лить слезы по своему отцу! Еще раз придешь, пожалеешь, что пережила родителей! Мы что, так ее здесь и оставим? А вдруг она пойдет искать... Она меня кормила. Что? Говорила, что ей до меня нет дела. Но иногда поутру я видела, что кто-то принес буханку хлеба, испеченного по ее рецепту. Она не чудовище, пойми. Ей тяжело. Пройдемся? Да.
тебе пора возвращаться. Ты здесь куда дольше, чем кажется. Ангрбода. Ничего. К этому ведь все и шло. Переберемся через перевал, считай, управимся. Ну, тогда до двух побед. Атрей. Побежали, давай. Я знаю, зачем ты. Ты хотела повторить после прошлого раза. Я благодарна, но в тот раз я тебя обогнала. Ну, по-моему, была ничья. А по-моему, нет. Так докажи это. Раз, два, три. Ладно. Ты идешь или что? Вперед, вперед! На лесе! Так нечестно! Легче на повороте! Понятия не имею, что ты говоришь. На этом поле всегда так славно пахнет. Тебя обоняние острее, но не отвлекайся, ты опять дашь мне тебя обогнать. Лапы тебе особо не помогут. Ну ты что, уже устал, что ли? Ну уж нет. Напрячься! Ты словно на волшебных крыльях летела. Локи, Атрей, спасибо. Жаль, что тебе от нее досталось. Мне тоже. Ну, теперь ты готов вернуться домой. Я буду у святилища, приходи. Я должен уйти? Нет, если не хочешь. В пророчестве не сказано точно, когда тебе уходить. Пророчество. Потеряв душу, они забыли, как добывать себе еду. Я привожу их сюда, потому что иначе им не выжить. Но с этими камушками ты мог бы... Нет. Прости меня. Просто все это насчет пророчества. Это давит. Ты ведь прихватил еще кислогруш? Если хочешь, можешь покормить зверей.
Спасибо, что пособирал еще кислогруш. Животные тебе признательны. Да и я тоже. А, не за что. Мне не сложно. Было интересно узнать, какие они разные. Ты и правда очень о них заботишься. Это так. До сих пор не веришь, так ведь? Да. Думаешь, я глупец? Я думаю, ты так сильно любишь отца, что сама мысль о его смерти для тебя невыносима. Подойди. Я тебе кое-что покажу. Лафей? Мамин? Мне жаль, что он пуст. Но... Я знаю, каково это. Потерять родителей. Причем обоих. Твоей матери нет, но отец... Еще есть время. Попрощаться. Я понимаю, о чем ты. И я это ценю. Правда. Но... Не знаю. Я не верю, что мы просто истории с известным финалом. А что будет с тобой? Не знаю. Как я сказала, с твоим уходом моя роль завершится. Так что можешь не спешить. Думаю, она завершится, когда ты захочешь. Что ты предпримешь? Без понятия. Но я не допущу, чтобы отец погиб. Мне нужно вернуться. Ладно. Звезды здесь другие. Нет. Ты другой. Мы точно еще увидимся. Конечно. Значит так. Закрой глаза. И держи его крепко. Смотри, не потеряй. Дом. Думай о нем. Повторяй. Дом. 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 Так, да?
Другой дом! Другой дом! Другой дом! Вернуться к Синдри и подумать, как спасти отца. А еще как сохранить тайну Ярнвида и Ангербоды. Во что я ввязался? Ходил проведать Фенрера. На два дня? Я... Больше не лги мне! Зачем ты сюда пришел? Один. Смерти ищешь? Не больше тебя. Зачем? Ответь! Что ты от меня скрываешь? Я пытался тебе довериться. Мы тебе потакали. Но вы мне вообще не верили. Но шли следом! Потому что главное — оберегать тебя. Но это совсем не главное. Кто оберегает тебя? Твоя защита мне не нужна. Уверен в этом? Что ты знаешь? Я не могу сказать, но ты должен доверять мне. Ведь я же тебе верю. Это совсем другое. Почему? Вы с мамой многое скрывали. У вас были причины, есть и у меня. Так почему ты... Yeah!
Осторожней!
Почему ты не отвечаешь? Освободи! По-моему, она и так свободна! Яд! Не трогайте! Вы ведь неплохие! Прошу, хватит! Возможные страдания и боль. Нет! Атрея! Ты этого не хочешь! Успокойся! Контролируй себя! Она была другом! На данный момент. Ты будешь полезнее мне. Живым. Атрей, иди домой. Домой? Вот как? Ты достаточно натворил. Мы проводим. О! Королева, счастлив снова вас видеть. Браун-Днефр. Не спускайте с него глаз. Тебе все ясно, парень? Ну, давай, потопали. Я не хочу быть прикованной к этому миру. Отправимся в Ванахейм. Ну, значит, тогда пошли. Сейчас будет вам проход в Ванахейм. Привязанная к этому миру, как ты уйдешь? Я сделала амулет, который не даст чарам утянуть меня из этого мира. Должно помочь, пока я не найду, что ищу. И что это? Источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Мы его отыщем и уничтожим. Я тебе помогу. Но это не изменит того, что я сделал. Знаю. Поэтому после я могу тебя убить. Мы идем или как?
Из этого никуда не попасть. Хе, что бы вы, недоумки, без меня делали? Чего тебе вообще компания Кратоса, госпожа? Ты ведь легко справлялась с заклятиями Одина без посторонней помощи. Многие проклятия ослабли из-за Фимбл Винтера, но одна я их все равно разбить не могла. Это очень крепкое. То есть, когда ты пытаешься его прикончить, это у богинь значит, будь добр, помоги? Не припомню, чтобы я тебя об этом просила. Так ты и не просила. Я все равно подумывал навестить старую приятельницу, как раз в том мире. И подозреваю, что если вам подсоблю, то попаду аккурат туда, куда надо. С чего ты это взял? С того, что, по слухам, моя знакомая завела дружбу с твоим тупоголовым братцем. Фрейр, тут ни при чем. А я вот считаю иначе. Печенкой чую. Я чувствую нить спутывающего заклятия. Его источник там. Иди за мной. Тут еще больше дерьма, чем в Муспельхейме. И пахнет почти так же. Небось, из-за Фимбулвитера. Но если так они помирятся... Это лишь на время, Мимир. Для чего-то более серьезного нам не достает доверия. Ну, хватит. Сама знаешь, что не Кратос виновен в твоих страданиях. Вы оба способствовали моим страданиям, как и прочие. Эй! Давайте я вам загадаю одну загадку. Что есть и у людей, и у кораблей? Легко, Нос. Есть что-нибудь посложнее, Брок? Ну, погоди, у меня умник. Понадобится магия посильнее нашей. Идем. Надо найти дорогу. Сюда. О нет, что-то не так. Заклинание, оно будто соскальзывает. Ну так Фимбл Винтер на дворе. Ты не понимаешь, меня вырвет из этого мира. Что нужно сделать? То, чего я надеялась избежать. Похоже, у меня нет выбора. Фалки! Ну идем! Все это время ты могла сбросить заклятие Одина? Нет. Только после того, как вы открыли путь между мирами. И это не лучшее решение. Я мало что могу в таком виде. Ну так Фимбл Винтер... Не надо.
Что? Смотри, куда идешь. Из-за влажности они особенно агрессивны. Я узнаю этот рынок. Сюда съезжались со всех деревень. Почему его не отстроили? Я уж забыл, как сильно люблю набить кому-то морду. Ты ничего полезного не пропускаешь. Куда же они все подевались? Видимо, отступили. Спрятались в глуши и замели следы с помощью магии. Теперь уже никак не узнать, сколько их осталось и где они. Асы устроили тут редкостный бардак. Скажи спасибо Мимиру. Я не предлагал начать войну с ванами. Я предложил брачный союз, чтобы ее остановить. Еще какой успех! Неизвестно, что обернулось хуже, этот мир или этот брак. Он снова вторгся, как только меня изгнали? Эй, чего это там впереди?
Рынок, да? Они побросали много всего нужного. Жаль, если вещи будут пылиться. С этой точки зрения, да. А ты сам писал поэмы, брат? Нет. Ну, это был глупый вопрос.